Hola, buenas tardes, mis amigos. Hoy yo quiero preparar una buena paella con conejo. Тут у нас есть кролик, и будем делать паэлью. Достаточно известно испанское блюдо. Самая лучшая паэлья – это провинция Валенсия. Первое изначально надо нам кролика порезать. Название паэлья – значит, надо иметь настоящую паэльницу. Это сковородка без палки, значит, только с ушами. К сожалению, у меня нету. Я вам покажу, что это можно сделать и на сковородке. Чисто по-русски, сербско-русская варианта. Но все остальные ингредиенты у нас будут... Тут есть вырезка от кролика, а это все можно на 3 куска. Нам надо запсолить это мясо, поперчить, замариновать, чтобы то было то, что надо. Немного соли. Добавьте немного паприки. Когда делаете паэлью, паприка значит улучшить цвет, там вместе со шафраном, это потом увидите. Обязательно перца. Возьмите одну миску, добавьте это мясо внутри, залейте оливковым маслом и это все смешайте. Нужно, да мясо постоит где-то 45 час, даже полтора на комнатной температуре. Пока у нас паэлья маринуется, я возьму, значит, один желтый, один красный перец. Испанцы любят как-то порезать этот перец, примерно так. Они любят делать такие треугольники. Это, кажется, больше здоровье. Возьмите немного лука на одну сковородку, пол головки будет достаточно. Порежьте мелко. Затем возьмите одну морковку, на одну там паэлью будет достаточно пол морковки, как у меня, больше не надо. Для приготовления паэльи принадобится обязательно одна головка чеснока. Вы снимите эту кору с чеснока. Включаем плиту, добавляем на сковородку оливковое масло. Сковородку с оливковым маслом на плиту, чтобы она нагрелась. У меня есть такая штучка, называется она шафран. Это такие цветы, есть два варианта у мира. Делает Иран и делает Испания. Испанские они намного-много качественны. Не путайте никогда шафран с куркумом. Когда придете на рынок и хотите купить шафран, они все вам дают куркуму и говорят, типа, это шафран. Это не шафран, шафран, куркума, две разные вещи. Масло у нас нагрелось. Надо, чтобы было сильно масло, прям чтобы сделали корочку на наше мясо, как стейки. Ставьте обязательно от кролика эту жир, как у баранины есть курдюк, чтобы он как-то таял вместо с оливковым маслом, а давал такой замечательный аромат, то что надо. Как мясо получило корочку, возьмете головку чеснока, ставите на середину, и она тут остается до конца нашего блюда. Возьмете одну вилку, лопатку и мелкие куски мяса обратно в посуду, где оно мариновалось. То, что мясо осталось внутри немножко недопечено, ничего страшного. Берем нашу паприку и все то же самое обжариваем. Как наша паприка получила золотистую корочку, не жарьте слишком много, переверните на другую сторону. Возьмете одну глубокую посуду. У нас такие маленькие удобные пакетики. Рис такой чист, мучиться не надо. Просто его добавьте внутрь. И замочите в холодную воду, где-то минута 15-20, будет достаточно. И сейчас вытащим нашу паприку на тарелку. А сюда первое добавим лук на тихий огонь, чтобы ничего не горело. Чуть-чуть посолите лук, быстрее обжарится. Сюда добавим морковку. Сразу добавим и эту мелко резаную паприку. Я сейчас порежу чуть петрушки. И тоже добавлю в нашу сковородку. У нас все это уже хорошо обжарилось. Сейчас мы вернем сюда куски мяса.
промешайте. Всегда чеснок оставляйте здесь на середину. У меня здесь есть зеленый горошек. Добавите немного зеленого горошка сюда. Потом возьмите немного шафрана. Так, чуть-чуть больше не надо. И добавьте так потихоньку сюда. Залейте водой. Чуть пресолите, потому что потом, когда добавим рис, все будет то, что надо. Немного промешайте. И потушите где-то примерно 5 минут. Как у нас получился такой хороший мясно-овощной бульон вместе с шафраном, который растворился, добавляем сейчас везде понемногу риса. Возьмите деревянную лопатку, все это как-то по чуть-чуть, понемногу смешайте, чтобы рис обязательно смешался с овощами. Уберите температуру на средний огонь, чтобы не слишком горело, а чтобы как-то рис потихоньку, да, выпивает наш бульончик. Всегда, когда делаете паэлью, добавьте немного красной паприки свободно. Нам понадобится алюминиум фольга. Фольгу сделайте так крепко, приготовите. Затем возьмите немного перца. Накрутим перчик, дала аромата. И как мы накрутили перец, сейчас мы добавим нашу паприку в круг, чтобы то было красиво. Возьмем фольгу, все это накроем. И на самую маленькую температуру пусть потихоньку рис растет. Где-то примерно минута 10-15. Кусок чеснока на тарелку обязательно. Я обожаю животик. Давай, чуть риса. Немного петрушки. Теперь наше блюдо готово. С вами были Макфа, ТВ Джем, Серж. Спасибо. До свидания.